Здравствуйте, на связи Алекс Фальц. И сегодняшняя лекция будет посвящена фальцевой кровле. Это обзорная лекция, которую я бы хотел начать. Это обучение. Обучение по фальцевой кровле, оно, с одной стороны, вроде бы несложное, с другой стороны, оно имеет свои проблемы. И эти проблемы, они очень серьезные. Первая проблема – это невозможность получить систематическое профессиональное образование на уровне европейских стран, например, Германии. В Германии обучение длится 3 года и полностью соответствует европейским стандартам фальцевой кровли. Вот недавно вышла книга этих стандартов немецких, даже будем так говорить, западноевропейских. В этой книге 650 страниц, формат книги А4. У нас официальный документ, который регулирует устройство фальцевой кровли, это СНИП крыши 76 года, который последний раз в 17 году она обновлялась. Про фальцевую кровлю в этом СНИПе крыши уделено внимание всего на несколько страниц. Поэтому говорить мы будем и опираться в основном на европейские стандарты. А лучше всего на немецкие. Это первое. Второе. Так как в 91 году прекратила существование система, я подчеркиваю, система профтехобразования в СССР, и потом она не была воссоздана, в течение уже вот 20-25 лет, только сейчас начинается кое-где небольшое восстановление этой системы образования, профтехобразования. Поэтому кровельщиков патологически не хватает, катастрофически не хватает. Например, по данным на 22 год, в Санкт-Петербурге не хватало 40 тысяч кровельщиков. То есть вакансий море, 40 тысяч кровельщиков. Не хватает на обслуживание и ремонт фальцевой кровли. В Санкт-Петербурге 22 тысячи, кто говорит, 25 тысяч домов. И вот по нормам обслуживания этого количества домов, площади кровли этой требуется 40 тысяч кровельщиков. Обучают сейчас кровельщиков официально в колледже водных ресурсов, в Национальном кровельном союзе, и все. То есть выпуск кровельщиков в год, ну, смехотворно мал, это максимум 15 человек. Вот такая ситуация, друзья. Поэтому я придумал не от хорошей жизни трехступенчатую интерактивную систему обучения, которая включает в себя как онлайн, так и офлайн обучение. Онлайн обучение – это фальстарт, это 20-дневный интенсив, на котором мы онлайн, то есть удаленно, изучаем, в основном это, конечно, теория, все, что можно за эти 20 дней узнать о фальцевой кровле. Типовые узлы кровли изучаем, одинарный лежачий фальц, двойной лежачий фальц.
Начало гребня – это радиусное окончание гребня, угловое, прямое. И начало гребня – это так называемый лобный гребневый фальц и радиусный гребневый фальц. Изучаем это все по книге, которую я недавно перевел. Она называется «Путеводитель по фальцу для новичков». Это пособие от фирмы КМЕ. Это крупнейшая медная фирма, которая производит сплавы из меди и медную кровлю для крыш и фасадов. Вот эту книгу я перевел, то есть мы как раздаточный материал будем использовать ее как основу. Алгоритм обучения очень простой. Ничего в нем нового нет. Это постепенное начало термина определения. Нужно определиться, о чем мы будем говорить, на каком языке. Потому что сейчас современный кролищик, он двух слов связать не может. А что он собирается делать? Он не может это объяснить словами. Он может только нарисовать, в лучшем случае. Поэтому наша задача хотя бы в этом плане термины определения, их немного. Я насчитал несколько десятков штук. Причем мы будем изучать термины определения в переводах на немецкий, английский и французский языки. Так как у нас имеется две школы, немецкая и французская. Ну, а английский язык, они используют эту фальцевую кровлю. Она у них не основная, будем так говорить, если коротко. А вот немецкая школа фальца, это серьезная школа фальца. Крупнейший представитель, который давно работает и обучает кролищиков в Германии, это Райнцинг. Будем использовать материалы из Ютуба фирмы Райнцинг Интерактив. Я их перевожу на русский язык, они частично на английском, на французском и немецком языках. Алгоритм работ такой. Сначала изготавливаем бумажные и деревянные крыльные тренажеры. Поэтому сразу хочу заметить, для того, чтобы обучаться онлайн, нужно хотя бы иметь... Смотрите полное видео на Boosty. Ваши донаты развивают канал, стимулируют автора на новый интерактивный контент и переводы. Поставь лайк, отправь донат и будешь рад. Так поет Алекс Фальц. Донат, донат, я буду рад. Принцип такой. Смотри учебное видео... Повторяй за мастером. Если что-то непонятно, останавливай видео и повторяй еще раз. Плюс этого образования в том, что фальстарт у нас 20 дней. 20 дней интенсивных занятий. Он есть двух типов. С проверкой домашнего задания, то есть все типовые узлы, которые вы будете изучать и выполнять, вы делаете домашнее задание. Домашнее задание – это повторить за мастером бумажную, из бумажных картин типовой узел и из металлических картин типовой узел уже в металле. Повтори за мастером, чтобы можно было по фото- и видеофиксации затем отследить, где сделаны ошибки, и их исправить. Друзья, для просмотра видео целиком переходите на Boosty.
Поддержите автора донатом и получайте все видео автоматом. Ваши донаты развивают канал, стимулируют автора на новый интерактивный контент, новые проекты и переводы. Донат, донат ему, я очень рад, поет Алекс Фальц. Принцип простой. Смотри и делай. Смотри и делай. Исправляй ошибки, учись на ошибках. Вот так вкратце я бы хотел сделать такое небольшое вводное. Дело все в том, что у меня накопилось за долгие годы обучения фальцевой кровли очень много материалов. Поэтому я буду стараться, конечно, не злоупотреблять вашим вниманием, но для продвинутых, кто хочет больше знать, я буду добавлять материалы. А ваша задача – это собирать пазл, что такое фальцевая кровля, где она применяется, ее возможности. И задача фальстарта – это подготовить подмастерье или молодого кровельщика, или человека, который, например, плотник, вторая специальность. Это вообще идеальный вариант, он умеет работать руками, у него быстро все получится. Это подготовить фальстарт, это подготовка к обучению в колледже животных ресурсов в Санкт-Петербурге, который длится... Я его назвал фальцмастер, который длится 15 дней. Обучение теории и практика с 9 до 18.00. Небольшая группа от 5 человек, 5-8, ну максимум 10, но обычно от 5 до 8. И после 15 дней интенсива экзамен на разряд, на третий. На третий разряд вы делаете устройство воротника. Если вы все делаете хорошо, правильно, вам присваивается третий разряд. И выдается удостоверение государственного образца. Пожалуйста, вы можете с этим удостоверением, вас везде с удовольствием возьмут. Тем более, если вы знаете, что вы учились в колледже водных ресурсов, а не самоучка. На этом я заканчиваю. Если какие-то будут вопросы, можете писать в комментариях. Канал на Бусти создан специально для того, чтобы можно было более заинтересованных людей, более мотивированным людям давать более полную информацию. Потому что на Ютубе там масса ограничений, которые не позволяют полностью осветить тот или иной вопрос, ту или иную проблему. Я думаю, в рамках обучения кровельщиков, вот то, что мы затеяли это трехступенчатое обучение, я думаю, что на фальстарте мы сейчас, те, кто будет стараться и будет выполнять домашние задания, потому что я могу, конечно, не писать домашнее задание, но вот в начальной, в этом вводном первом слое я ответил. Оно состоит вот в видеофиксации, выкладывайте. Если это будет интересно, создадим закрытую группу ВКонтакте, где вы сможете, не стесняясь своих ошибок, выкладывать материалы и будем вместе обсуждать. Но это уже за тех, кто имеет подписку уровень 2 или 3. До скорой встречи, успехов, все получится. Смотрите полное видео на Бусти. Ваши донаты развивают канал, стимулируют автора на новый интерактивный контент и переводы. Поставь лайк, отправь донат и будешь рад. Так поет Алекс Фальц.
Донат, донат, я буду рад. На Бусти мой любимый Пашка, давай, Серега, заплати. Донат ведь небольшой, плати. Донат, донат, я заплачу. Всего 2000, я хохочу. Автор старается, видосы заливает и наши знания качает. А мы донат, 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 и каждый скажет, я так рад. Эх, фальц, донатом веселей, плати, не думай, не жалей. А ссылка будет непременно, донат большой такой, ой-ой. Не жалей своих монет, каждый донат наш ответ. Поддержим автора, не жаль, посмотрим смело вдаль. На Бусти автор наш в тиши, донат ведет нас выше. И каждый платит без затей, плати и станет веселей. Эх, фальц, донатом веселей, плати, не думай, не жалей. А ссылка будет непременно, донат большой, ой-ой-ой. Не за горами, а за нами, нами-нами. Автор старается, видосы заливает и наши знания качает. А мы донат, 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 и каждый скажет, я так рад. Эх, фальц, донатом веселей, плати, не думай, не жалей. А ссылка будет непременно, донат большой, ой-ой-ой. Не за горами, а за нами, нами, нами. Та-та-та-ра-та-та-та-та. Та-та-та-ра-та. Эх, фальц, с донатом веселей, плати, не думай, не жалей. А ссылка будет непременно, донат большой, ой-ой-ой. Не за горами, а за нами, 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 нами.